Здравствуйте, это компания Vivo Telecom. И сегодня у нас на обзоре очередная модель двухдиапазонной, точнее многодиапазонной станции от компании Vauxun. Это модель КГ-УВ9D+. Это флагман из аналоговых станций у данного производителя. Чем она отличается от КГ-УВ8D+, сравнивать будем с ней в основном. Она отличается тем, что построены приемники на супергетеродинах, а не на чипах RDA. Далее, она может работать в большом количестве диапазонов на прием. Но для нас наиболее полезный, для России я имею в виду, это диапазон авиа. Естественно, она поддерживает в этом диапазоне амплитудную модуляцию. И оставшиеся диапазоны нам не так интересны. Это 200 МГц, это 350-400 МГц. Я так понимаю, это диапазон полиции Китая. Но у нас он не используется. Для нас было бы, наоборот, лучше от 300 до 350 МГц, чтобы захватить речные каналы. Но, к сожалению, диапазон высокий. И диапазон там еще 800 МГц тоже, я так понимаю, что он в России не нужен. Ну, то есть основное преимущество – это прием в авиадиапазоне. И это супергетеродинная схема приемников. Так же, как и в модели 8 серии, поддерживается кроссбенд репитер. Ну, начнем, как обычно, тогда с комплектации, конструкции и перейдем уже к измерению параметров. Прием передатчик. Аккумуляторная батарея литий-ионного типа. Емкость, как обычно, у Vauxun совпадает. То есть 2004 мАч мы, по-моему, намерили. Я фотографию приведу. Антенна двухдиапазонная, удлиненная. Она, в принципе, по длине примерно такая же, как на восьмерке, но тип ее отличается. Посмотрим, что она из себя представляет по КСВ. Есть отличие в комплектации от восьмерки, есть еще антенна укороченная. Она такая же, как у модели профессиональной КГ-988. В принципе, неплохая антенка. В обзоре на КГ-988 можете посмотреть ее значение КСВ. Но я, в принципе, в этом ролике, наверное, тоже замерю КСВ, график вам покажу. Сетевой адаптер от сети 220 вольт. Также отличается комплектация от восьмерки. Там шел просто шнур в 220 и к зарядному устройству на вход отдельный. Здесь же идет на 12-вольтовый вход. Стакан зарядного устройства. Он по принципу своему похож. То есть тоже есть два или светодиод с двойным цветом. То есть зеленый горит, когда заряжена батарея, красный, когда батарея заряжается. Также у него есть два входа. Для подключения 220 вольт через шнур и вход 12 вольт. Так вот, идет в комплекте адаптер сетевой, а у восьмерки идет кабель именно на вход 220. Клипса для крепления радиостанции на пояс. Основание у нее, кстати, пластиковое, как и у восьмерки. Я не помню, сказал я тогда или нет. У восьмерки тоже пластиковое крепление, поэтому надо быть поаккуратнее, можно сломать. Крепежик. Ремешок на руку и инструкция пользователя с обновлениями, именно с отличиями от 9D просто, без плюса. Конструкция радиостанции. От восьмерки она отличается своим телом, ну или своим исполнением, то есть она уже, но в руке лежит, в принципе, отлично, то есть тоже есть небольшие утоншения в корпусе, поэтому в руке лежит хорошо. Кнопки здесь из такого же материала на девятке, как и на восьмерке, то есть это твердая резина, я так понимаю. Но само управление отличается здесь, я дальше это покажу. Весит она, кстати, на 20 грамм побольше, то есть 266 грамм она весит без клипсы. Но с антенной эта станция весит 246 грамм. Так, давайте тогда перейдем на верхнюю часть. Сверху у нас расположен
антенный разъем СМА розетка, как и полагается, то есть выбор антенн, соответственно, будет побольше. Далее светодиодный фонарь стоит. Также здесь два индикатора, как и у этой станции. То есть один горит зеленым, когда станция что-либо принимает. И правый – это красный светодиод, работает, когда на передачу станция включена. Также есть переключатель навигации по меню, либо по частотам, ну, либо по каналам, соответственно. И регулятор громкости, он же включает радиостанцию. Ну, то есть здесь корпус аналогичен восьмерке. Далее, право у нас вот такой порт для подключения аксессуаров. Разъем такой же, как у восьмерки, совместимый с радиостанциями Kenwood. Сзади у нас крепеж на аккумулятор для подключения клипсы поясной. Крепление аккумулятора здесь отличается, так же, как и модель аккумулятора. То есть тут на 1700, я напоминаю, здесь на 2000. Скидывается с боков, то есть мы ослабляем эти кнопки и стягиваем аккумулятор вниз. Далее, в принципе, по передней панели динамик у нас под дисплеем находится. Микрофон находится справа. Слева, давайте перейдем на левую часть. Слева у нас кнопка передачи. Сверху у нас, кстати, небольшая кнопка для включения на передачу второго, ну, то есть второго бенда, не главного. Соответственно, в восьмерке такого не было, но кнопку эту можно переназначить. И две программируемые клавиши, которые тоже переназначаются через меню. Но выбор не разнообразный. Я в меню потом смогу показать, какие функции выбираются для данных кнопок. Управление. Давайте сразу тогда станции одновременно включим и посмотрим, насколько они быстро грузятся, ну, друг относительно друга. Ну, девяточка чуть быстрее загружается. По дисплею. Здесь дисплей поуже, по высоте он такой же. Но по размеру цифр даже чуть побольше у девятки. Но и сам дисплей немного получше сделан. То есть полезной информации здесь все-таки побольше. Опять же, дублируются эти названия здесь зачем-то, непонятно. В строке написан сайт производителя. Тоже непонятно для чего. Но в целом дисплей получше. Самое главное отличие, когда никакая деятельность не ведется на дисплее, то вот восьмерка, как вы видите, полностью отключает подсветку и становится ничего не видно. Здесь же какое-то значение яркости все-таки остается. Соответственно, вы можете в помещении, по крайней мере, без солнца увидеть, что на дисплее происходит. Это хорошо, но проверим, сколько это будет по потреблению. И я, кстати, в меню не нашел выбора яркости подсветки вот этой вот по умолчанию. То есть какая-то степень яркости остается, но она не регулируется через меню. Теперь по поводу кнопок. Все так же, то есть кнопка меню. Переходим в меню, соответственно, кнопкой Exit выходим. Кнопкой меню также мы можем подтвердить какие-то значения, ну, то есть выбираем, входим в определенную позицию меню и стрелками вверх и вниз меняем эту позицию и, соответственно, меню подтверждаем, либо выходим на следующий уровень меню выше кнопкой Exit. Что непонятно, кнопка Band, казалось бы, должна менять полосу частот, но она меняет почему-то именно какой сейчас будет использоваться не диапазон, а ну, какая полоса будет главной, да, или какой выбор передатчика будет главным. Соответственно, диапазон частот меняется вообще вот этой кнопкой, которая RPT, ну, то есть включение репитера по долгому нажатию.
Вот, видите, загорелось. Это включился репитер. По короткому нажатию меняются сами бенды, ну то есть полосы частот. И обратите внимание, что на нижнем меняются только два бенда, то есть 400 МГц и 150 МГц. У верхнего бенда, естественно, все полностью по приему полнофункциональное. То есть смотрите, 400, 350, 800, 230, 130, но ну, это то есть 100, от 108 он начинается, именно авиадиапазон. И вот обратите внимание, справа автоматический выбор АМ-модуляции в этом диапазоне. Ну и все, вот мы возвращаемся в 434 МГц. А далее, давайте я, как обычно, зайду в меню и вам продемонстрирую тогда все пункты быстро. Вы можете на замедленном просмотре посмотреть. Листаем. То есть 61 пункт меню. По кнопкам, смотрите, тоже вот верхняя кнопочка, которая над кнопкой передачи основной, она вызывает работу на передачу на второстепенном канале. То есть если мы сейчас поменяем главный канал, то она будет передавать на другую. Это же основная кнопка на канале Main включает на передачу станцию. Ну вот такие особенности, то есть управление, в принципе, если привыкнуть, нормальное, никаких проблем не вызывает. Клавиши тоже, ну давайте я вот наберу, например, 433 075, как обычно, то есть управляется она нормально, то есть есть клавиатуры получше, но нормально, претензий особых нет. Ну что, давайте измерять выходную мощность. Аккумулятор полностью заряжен, мощность стоит полная. Здесь, кстати, три уровня мощности выбирается. Производитель заявляет в 2-метровом диапазоне мощность 5 ватт, в 70-сантиметровом диапазоне мощность 4 ватта. Сейчас у нас частота ровно 136, но вы, в принципе, можете увидеть, когда я на передачу нажму, и мощность отображается в нижнем правом углу. 136 ровно, 5,4. 145 ровно, 5,6. 5,6 это так же, как и у восьмерки, на этой частоте такая же мощность была. 174 ровно, 5,4. 400 ровно, 4 ровно. 434, 5 ватт ровно. Так же, кстати, как и у восьмерки. 446 ровно, 4,6. 470 ровно. 5 ватт ровно. Ну что, молодцы, отлично, по мощности никаких претензий нет, все работает отлично. Работает она на передачу, я напоминаю, в 2 диапазонах частот, так же, как и восьмерка, то есть в остальных диапазонах она работает только на прием. Проверяем чувствительность. На частоте 145 МГц ровно, начинаем с минус 136 и смотрим, когда сигнал будет превышать по помеху. Так, начинаем увеличивать амплитуду, смотрим. Ну вот, в принципе, даже на 130 уже слышен сигнал, но давайте вот так вот уже. Вообще сигнал фактически чистый, поэтому ставим минус 129 dBm. Отличное значение. Я напоминаю, что у восьмерки было минус 123 dBm, то есть приемник здесь получше по чувствительности. Так, 434 МГц ровно.
Но тоже минус 129 поставим. У восьмерки также минус 123 было и в 400 МГц. Так, проверяем избирательность по соседнему каналу. На станции установлено 145 МГц ровно. На генераторе мы отстроились на один канал выше, то есть на 10 кГц плюсом. И начинаем со значения чувствительности увеличивать амплитуду сигнала и смотрим, когда приемник заткнется от большой помехи. Увеличиваем. Ну, прямо все отлично. Помеху он вообще не принимает. То есть вот мы дошли до максимума минус 90 dBm на генераторе. То есть это 39 единиц как минимум. Отличное значение. У восьмерки было 27 единиц. Соответственно, по избирательности станция тоже получше. Теперь избирательность на частоте 434 МГц. Давайте тоже проверим. Также увеличиваем амплитуду, смотрим. Я даже тут побыстрее промотаю, потому что понятно, что станция будет нормально реагировать на близлежащую помеху. Ну все, дошли до максимума, тоже все нормально. То есть также 39 единиц как минимум избирательность. У восьмерки здесь было всего лишь 20. Соответственно, по избирательности в этом диапазоне она даже еще лучше, чем восьмерка. Так, начнем у Волксунов, как обычно, тогда стока потребления при выключенной станции. Подаем с блока питания напряжение аккумулятора и смотрим, при выключенном питании потребляет ли станция что-то. Напоминаю, что восьмерка потребляет 1,7 мА, что нехорошо, в принципе, и не стоит оставлять аккумулятор на станции, если вы долгое время им не пользуетесь. Подаем на эту станцию, проверяем, что здесь будет. 1,62 мА. То есть потребление все равно тоже есть у станции в выключенном режиме. Поэтому также меньше чуть-чуть, но совсем чуть-чуть. Поэтому также аккумулятор имейте в виду, что оставлять лучше не нужно. Проверяем ток потребления в режиме ожидания. То есть вот мы выждали уже 74 сэмпла. Соответственно, станция, настройки все по умолчанию. То есть если режим сохранения энергии там присутствует, то он включен. Обнуляем статистику и ждем 60 сэмплов. То есть нас интересует именно среднее значение в режиме ожидания. Напоминаю, что у станции КГУВ-8D+, получился ток потребления средний в режиме ожидания 17 мА. Здесь, как вы видите, гораздо выше он пока. Но, опять же, это, скорее всего, связано вот с подсветкой дисплея. То есть подсветка горит постоянно, хоть и минимальная яркость. Что, в принципе, конечно, хорошо, но на потреблении это сказывается. Кстати, значок на дисплее, буква S, горит, соответственно, режим сохранения энергии включен. Но мы сейчас посмотрим, насколько он жесткий, то есть съедаются ли первые там несколько фраз или несколько мгновений после того, как начинается прием у станции. Это мы сейчас тоже проверим. Так, ну вот, смотрите, 67 сэмплов прошло. Соответственно, средний ток потребления 67 мА. То есть это намного выше, чем у восьмерки. Но посмотрим дальше. Аккумулятор здесь, опять же, побольше. Поэтому итоговое время увидим по сравнению двух этих станций. Смотрим ток потребления теперь в режиме приема. То есть нас интересует теперь максимальное значение на максимальной громкости станция. Как вы видите, ручка повернута до отказа вправо.
Пробуем принимать и смотрим максимальное потребление, какое будет у данной модели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Так, ток потребления на максимальной громкости 190 миллиампер. Кстати, это значительно ниже, чем у восьмерки. У ней было 300 миллиампер. Проверяем ток потребления на передачу. Мощность стоит высокая. Так, 1612. Ну, в принципе, такое же значение, как и у модели восьмерки. Соответственно, у нас и мощность одинакова была на этой частоте, на 434, поэтому все правильно. Так, смотрите, я для примера вам еще отключил режим сохранения энергии, который по умолчанию включен. Вот индикация сейчас S, буквы посередине, не горит. А потребляет станция около 100 мА в таком режиме. То есть, если режим сохранения отключен, то она потребляет почти в два раза больше еще. Ну, то есть, 67 с включенным режимом, 100 с выключенным. Но давайте теперь смотреть за реальное время работы, тогда определим. 67 мА у нас в дежурном режиме по умолчанию с функцией сохранения энергии, 190 мА в режиме приема, 1612 мА в режиме передачи на высокой мощности и емкость батареи 2005 мАч. В итоге получаем время работы в дежурном режиме 30 часов почти, на прием 10,5, передача 1,2 часа и ожидание 27,4 часа. Это, конечно, намного ниже, почти в 4 раза, чем у восьмерки. 27,4. Но вот такой результат, это из-за включенного явно дисплея, и можете его, естественно, отключить, но тогда удобство работы со станцией ухудшится. И что еще? Ну, батарея здесь побольше, но она все-таки не дает компенсации по времени работы. По своему личному опыту, да, мы оставляли станцию на ночь с полностью заряженной батареей, то есть где-то после обеда батарея была заряжена, поставили станцию на прием, ночью уже фактически никто, естественно, не работал, поэтому она фактически находилась в режиме ожидания все это время, ну, там в вечернее время кто-то еще работал, она могла включаться на прием. Так вот, утром станция была уже все с полностью разряженной батареей, то есть выключена. Вот такой, ну, то есть наши измерения совпадают с реальным временем работы. К сожалению, да, вот по потреблению все-таки восьмерка предпочтительнее получается, если же вы оставите дисплей включенный, ну, то есть вот с этой минимальной яркостью. Ну, смотрите, чтобы не было недосказанности, я отключил функцию постоянной подсветки дисплея, и вот выждали мы 117 сэмплов еще. Потребление, в принципе, остается на прежнем уровне, то есть с включенным режимом сохранения энергии, но с автоматическим выключением полной подсветки станция все равно потребляет 67 мА. То есть, соответственно, вы эту функцию тогда лучше оставляйте. Вот она называется номер 42 у нее. Нет, не номер 42. Вот номер 41. Включаем. Смотрим, сейчас дисплей потухнет, и увидите, что какая-то степень яркости остается на дисплее. Да, вот она до конца, дисплей не выключается, поэтому можно увидеть кое-что. Давайте я вот еще раз сброшу прямо при вас статистику. Ну, то есть, вот она, тут 70 потребления. Ну, то есть, фактически такое же. То есть, эта функция
оставшейся яркости дисплея фактически на потребление не влияет. Соответственно, здесь либо тогда схема супергетеродинных приемников все-таки потребляет больше, чем RDA-чипы, ну, либо само схематическое решение какое-то по потреблению в режиме ожидания сделано по-другому, и, соответственно, это влияет на общее время работы радиостанции. Ну, то есть сделать фактически ничего нельзя. Единственное, что еще, смотрите, есть режим сейва, да, сохранения энергии. Он здесь в нескольких режимах. То есть раз, два, четыре, четыре уровня сохранения батареи. Но, опять же, если мы включим слишком жесткий, то, возможно, фразы сначала будут съедаться, ну, начальные фразы во время передачи. Ну, или в смысле, когда станция будет включаться на прием. Давайте, кстати, сразу я продемонстрирую вам и потребление в этом режиме, при самом жестком, да, режиме сохранения энергии. Ну вот 47-42 идет, да, в среднем. Ну, то есть можно чуть-чуть выиграть. Среднее значение сейчас вот 55 мА час. То есть 10 мА мы можем выиграть. Но есть угроза тому, что будут проблемы с именно с первыми фразами. Ну, давайте, кстати, это проверим. Я сейчас отойду и попробую передать. Слушайте, будет сразу считаться или нет. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот, слышали, да? Даже первых два счета в таком режиме съело. Соответственно, ну, настраивается это все достаточно гибко, но максимально какого-то выигрыша по потреблению вы все равно не получите. То есть в любом случае восьмерка потребляет меньше и работать будет дольше. Так, тестируем по КСВ штатную антенну. Сейчас стоит удлиненная антенна на анализаторе. Соответственно, раз станция принимает в авиадиапазоне, давайте и проверим, какое КСВ у нее в этом диапазоне. То есть весь диапазон от 108 до 136, центральная частота 122 МГц. Как видите, график ужасен для этого диапазона. Ну, то есть антенна, естественно, не рассчитывалась на работу в этом диапазоне, поэтому имейте в виду, что для приема авиа нужно антенку-то будет поменять на какую-то другую. Так, удлиненная антенна, диапазон 136-174 МГц, центральная частота 155, резонанс отличный, есть на частоте, я вам сейчас покажу. Так, на частоте 148 МГц. Почему-то не думаю, что они рассчитывали на эти службы, но выше, чем любительский диапазон все-таки. Так, здесь значение КСВ 1,22 единицы. Частота 148-350 минималка по КСВ. Так, давайте для полноты ощущений еще и короткую антенну проверим. Показатели у нее похуже, то есть КСВ минимально где-то 2,5 всего лишь. Так, а частота, ну да, где-то вот 152. Да, 2,5 здесь на 152 МГц. То есть лучше использовать антенку длинную, конечно. Так, сразу тогда короткую антенну и на диапазоне 400 проверим. Весь диапазон от 400 до 470, резонанс есть, но почему-то опять наверху диапазона на самом, то есть 462, как будто опять на американские диапазоны ФРС она настроена. Так, значение здесь у нас получается 1,33 единицы КСВ, частота 462-125. Ну, в общем, не блещет она. Если безлицензионный диапазон мы выберем, 434, например, то здесь КСВ 2,6 у короткой антенны. Сейчас посмотрим длинную. Так, длинная антенна. График вообще вот такой пологий.
Резонанса фактически нет. На частоте 435 МГц значение 2,7. Минималка начинается где-то с 442. Ну, то есть на PMR диапазоне 446 она идет ровно до конца 470 МГц. И значение здесь 2,4. В общем, такое же значение, как и у восьмерки фактически. Там тоже было 2,5 на 450 минимальное значение. То есть антенна для 400 МГц, для 400 МГц подходит не лучшим образом. Проверяем качество приема и измеряем максимальную громкость динамика. То есть я ставлю на сохранение максимальной громкости, смотрим на дисплей шумомера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три. Прием. Максимальная громкость динамика 117,8 дБ. Это погромче, чем у восьмерки. Намного причем. Передаем с радиостанции Vauxhall КГУВ9D+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну что, давайте подведем итоги по радиостанции КГУВ9D+ от Vauxhall. Ну, во-первых, что очень хорошо по сравнению с другими китайскими производителями, это то, что все параметры, заявленные производителем, совпадают. Это и емкость аккумулятора, и выходная мощность, и чувствительность. Ну, то есть, нигде обмана нет. И это одно из главных преимуществ данного производителя. Далее, именно по модели. Она лучше восьмерки в плане чувствительности, в плане избирательности по соседнему каналу. Но вот по потреблению, к сожалению, она подкачала, да, здесь. Видимо, это связано именно с супергетеродинным решением приемников, и, соответственно, оно потребляет тока больше. Соответственно, время работы в режиме 5590 получилось намного меньше, более чем в 3 раза, чем у восьмерки. Поэтому, если вы будете в условиях каких-то сильных помех использовать станцию в городе, то, конечно, предпочтительнее будет девятка. Если же вы где-то на открытой местности, либо в небольшом населенном пункте, где помех не очень большое количество, восьмерка по времени будет предпочтительнее. Функция подсветки дисплея постоянной фактически не потребляет энергию, но очень удобно. То есть вот обе станции включены сейчас. Здесь вы ничего не видите на дисплее. Здесь все-таки в помещении, по крайней мере, прочитать можно. Это большой плюс этой станции. По поводу антенн. Тоже антенны получается у нас на 450 МГц, ну, в смысле на 400 МГц, что это антенна удлиненная, не особо подходит для работы. Ну, то есть 2,5 КСВ все-таки многовато. Для диапазона 100, ну, для двухметрового, в принципе, опять же, антенна и та, и другая работают фактически идентично, поэтому здесь для 400 МГц, что здесь рекомендуем антенну все-таки поменять на какую-то более эффективную. Ну, в принципе, все. Больше никаких мы особо недостатков не заметили. Поиграться с режимом сохранения энергии тоже особо не получается. То есть, если включать жестко энергосбережение, то первая часть фразы теряется, два счета фактически, да. Если его вообще выключить, то аж до 100 миллиампер доходит потребление, то есть станция будет работать еще меньше. Можете это все посчитать. Калькулятор я, кстати, вам приведу под видео, где, введя токи потребления, вы можете получить реальное время работы. Но все, у кого станция в целом хороша, но вот с потреблением, конечно, это главное проблема. У кого есть вопросы,
задавайте их в комментариях. Нам интересно было с этой станцией познакомиться, надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь обязательно на канал, для нас это очень важно. То есть мы, ну, это главный стимул для развития канала дальнейшего, потому что времени на съемку видео теряется очень много. И когда мы видим, что люди подписываются, естественно, нас это стимулирует для более частого снятия роликов и более, ну, как мыслей больше, в общем, появляется по поводу дальнейшего развития канала. Ставьте лайк, кому видео было полезным. На этом заканчиваем сегодня обзор. Всего вам доброго. До свидания.